Всем привет! Сегодня хотел записать видео, как в Гугле показывать геолокацию другому человеку. Этот видеоролик посвящается другу Руслану Громову. Вот, он просил. Так, для начала заходим вот в карты Google, ну как обычно. Вот сейчас. Ну вот это вот как карта Google, как обычно. Потом переходим, нажимаем вот сюда вот. Сейчас полетит. Вот сюда. Находим передачи геоданных. Показывать, где я. По WhatsApp. Отправляем, кому хотим. Например, отправляем Айнур. Это я, это же мой телефон. Я себе отправил. Отправил. Отправить. Отправил. Вот, пришло сообщение по WhatsApp. Теперь мы на него нажимаем. Получается. Так. Сейчас. Вот, нажали. И теперь нужно будет нажать кнопку «Показывать пользователю Элины Халикова», чтобы она меня тоже видела, где я нахожусь. Вот нажали. Теперь здесь можно выбрать «Показывать Элину Элине» в течение 2 часов, 3 часов, либо «Пока я не отключу». Но сейчас, в данный момент, выберем в течение 1 часа. Выбираем и нажимаем «Поделиться». Все, теперь она может видеть, где я нахожусь. Вот. На ее телефоне тоже так же высвечивается. Все. Кому было полезно, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять это видео. Всем пока.